Харцизский городской дворец культуры приглашает горожан на танцевальные вечера «Камуза». Уже завтра в лекционном зале ДК состоится первая дискотека. Подробности в нашем следующем сюжете. Всех, чьи года уже принято считать богатством, то есть кому уже за 40, 50, 60, а может даже и за 70, кто, невзирая на возраст, молод душою и бодр телом, организаторы дискотеки «Камуза» приглашают на танцпол вспомнить юность. Никаких современных хитов, только проверенная временем музыка. Это энергичный танец. Уже закончился сезон огородов, и в основном люди старшего поколения находятся дома. В этом возрасте, конечно, не хватает общения. Поэтому приняли решение, чтобы для общения, для физической закалки наших людей старшего поколения, мы начинаем танцевальные вечера «Камуза». Мы ждем людей старше от 40 лет и до того, как человек чувствует себя по возрасту молодым. С предложением организовать танцевальные вечера для старшего поколения выступили сами харцизяне. Руководству Дворца культуры идея понравилась, так что с ее воплощением медлить не стали. И вот уже в предстоящие выходные, в субботу и в воскресенье, в ДК ждут всех, кто хочет, как говорится, тряхнуть стариной. Пока сейчас это будет просто танцевальные вечера, музыка и танцы. Но в будущем мы посмотрим и будем учитывать желания этих людей, учитывая, что они хотят пообщаться. Будем добавлять, может быть, какие-то конкурсы, какие-то тематические именно вещи. Может быть, это будут и какие-то осенние балы, и новогодние, с какими-то играми и с конкурсами. От всей души хотим пригласить всех людей старшего поколения. Приходите к нам на танцевальные вечера, мы попытаемся создать вам хорошее настроение. Танцевальные вечера «Камуза» в городском ДК организаторы планируют проводить регулярно, каждую субботу и воскресенье. Начало дискотеки в 3 часа дня. Вход платный – 40 рублей.